Так, привет всем! Сегодня будем готовить лепешки с сыром и с кунжутом. Я для этого приготовила тесто почти как на блины. Вот я взяла молоко теплое, растительное масло, соль и 2 яйца. Ингредиенты я вам напишу в описании. Так, вот сковородку смазываем растительным маслом. Она уже разогретая, горячая. Наливаем туда тесто. Толщиной где-то 5-6 миллиметров заливаем. Жарим мы на шестерке, мы электроплита. Теперь посыпаем сверху кунжутом. Так, и сразу тоже тертым сыром у нас моцарелла. Сворачиваем сразу лепешку. Вот. Чуть прижать нужно. И все. По готовности. Да, и потом уже, когда она готова, перекладываем в тарелку. Так, вот обратная сторона. Смотрите, когда вот так она уже поджарится, выкладываем на тарелку. Да, там, где мы сыром посыпали и кунжутом. Так, вот следующая сейчас. Вот. Так, вот лепешки готовы. Это так, на перекус быстрый. С чаем будет очень вкусно. Готовятся очень быстро и очень вкусные получаются. Так, сейчас я вам покажу внутри. Она горячая, правда, еще. Вот, смотрите. Вот. Очень вкусная.